опять черноморский. Здравствуйте, мои дорогие. Он как осыпается. Я на почту иду. Мне нужно купить, ну, вот эти посылки, мешки, которые... Ой, как хорошо, прохладненько. Как я люблю Черноморскую почту. Вот всегда, вот прям я им так благодарна, как хорошо девочки работают. Все, пришла в 3 минуты. Купила 3 мешка. А зачем они мне нужны? Так как я собираюсь же на зиму уезжать. Я так прикинула, если я в сентябре буду уезжать, это что ж мне тащить с собой вещи? Теплые все, обувь и все вот это. Думаю, нет, надо к девчонкам. Так, я не туда пошла. Вот. Надо к девчонкам за мешками отправить все. Ну и заодно что-то фурнитуру отправить. Бусины-то, я думаю, я, наверное, с собой брать никакие не буду. Их там, слава богу. Вот. А вот фурнитуру-то надо бы забрать. Это тоже будет несколько килограмм. Причем несколько. Это больше 10 килограмм. Вот. Ну, так что буду отправлять. Сейчас вот разберусь, что мне будет надо, что не надо. А вот что, возьму обувь, в которой я могу хорошо ходить, которая меня не напрягает. Куртки теплые. Одну потеплее, одну полегче. Ну и так, кофточек каких-то там. Наберу. Вот, так что... Вот, а я иду... Сейчас пойду на пляж. Мне надо с девчонками встретиться. С питерскими моими. Так, ну вот, купила перламутровые крупные такие штуки. Таких вот 3 штуки купила. Сейчас, может, еще что посмотрю. Я бы на остановке разговаривали с женщинами. Вот хочу обратиться к родителям. К бабушкам, которые деток, которые отдыхают в Волне. Уже вот были, скажем так, предотвращены поджоги сухой травы. Ну, это вот хорошо люди увидели. Горит все страшным, страшное дело. Пожалуйста, папы, мамы, бабушки, смотрите за своими детками. Ведь начнет гореть все. Фиг остановишь, такая жара, все сухое. Вот у меня погиб олеандр. Ну вот. Замерз, видно, зимой. Так что, мои дорогие, это наша общая безопасность. Надо смотреть за ребятишками, им скучно. Им нечем заняться. Ну и, естественно, а чего нет-то? Кто картошку печь собрался, кто еще что. А в результате
пожары. Вот так вот называется заведение. Понаехали. Народ весь валяется. Ну вот, да, на кой построили этот фонтан, если он не работает? В такую-то жарищу. Хорошо бы на лавочке посидеть, водичка за спиной. Солнышко шпарит прям. У меня сегодня видео будет не длинное. Я просто после пляжа добавлю видео от девочек, которые мне присылают. Присылают немного совсем, поэтому отдельное видео делать смысла нет. Вот, и я решила вот так вот немножечко поснимаю что-нибудь. Вот. А потом пойдут видео. Мои дорогие, спасибо вам огромное за ваши комментарии, за лайки. На вас одна надежда. Спасибо, мои хорошие. Так, найду я девчонок или нет? Ой, народу-то много. Не могу дозвониться. У одной занята, вторая трубку не берет. А вот, видите. Расписная какая девушка. Хорошо. Хорошо ведь, правда? Нашла, вижу. Муха, хорошо тебе, да? Мокренькая, на мокром полотенчике. Такая умничка, такая спокойная собачка. Да? Ты моя хорошая. Люблю спокойных животных. Если я буду орать, животное будет орать. Что это будет? Будет весело. Да? Да, муха. Так, ну вот, купила я 3 вот таких ракушки крупных. Хочу сделать прям украшение с 3. Я тут нашла. В интернете нашла. Очень смотрится. Ну, модно и красиво. Вот попробую сделать. Пока никак у меня не идет. Не могу я найти. Александре доделать не могу. Так что, Александр, вы уж меня простите. Но бывает так, что раз чего-то нет, и все. И не можешь доделать. Смотрите, какая ракушка купила. Такая вот большая. Плоская практически. Ну, куда-нибудь на декор ее пущу. Хорошая. Ну что ж, а теперь, вот, например, мною так долгожданные видео. Вот посмотрите, Ираида мне прислала из Томской области. Как хулиганит у нее бурундук в саду. Вот Ираида мне написала, что он вишню выбрасывает, а косточку за щеку закладывает. Я их вообще никогда вживую не видела. Ой, так интересно. Спасибо, Ираида.
А это Ираида прислала, кто встречает при въезде в Томскую область. Не просто так, понимаете, стоит знак, чтобы люди знали, кто здесь хозяин. Классно я тебя увидела. Да, серьезно. Блин, охренеть. Ну, да, на Алёсенький. А вот прям только-только мне Оксаночка видео переслала. У нее же сын 7 месяцев был в плавании. Вот застрял там в Сингапуре, их не меняли. И наконец-то он вернулся. Я вот ее понимаю. Меня-то прям у меня все внутри задрожало. Вот как они его встречали в аэропорту после 3 часов ночи, под утро, пустой аэропорт. Мама, папа, девушка Яна его, невеста. Ой, дай бог здоровья им, счастья. Симферопольский аэропорт. Приехали Влада встречать. Димочка, ты Влада приехал встречать, да? Привет. Привет. С приездом. Мои дорогие, присылайте. Ну, ведь как приятно порадоваться за людей, а? Когда все хорошо. Ну, присылайте, и мы за вас порадуемся. И посмотрим, как вы живете, что у вас происходит. Сейчас ведь не попутешествуешь особенно-то. И что дальше будет, неизвестно. А так вот видим, кто, как, где. А еще мне Оксана прислала концерт в Черноморском. Ой, так здорово пели, там и саксофон, и скрипка, и... Ну, мне вот, ну, нельзя, Оксанчик, нельзя мне это выкладывать, меня сразу забанят авторские права. Вот это вот обидно, конечно. Так все остальное можно, а вот все концерты и вообще, где музыка, этого жалко, но нельзя. Очень обидно. Леночка прислала новые торты ее сестры Наташи. Боже мой! Господи, какая красота! Ой, вот мне при моем диабете только любоваться. Спасибо, Леночка. Юля из Подмосковья вот прислала попугайчика своего еще одного. Девочки, может быть, я что-то где-то повторюсь. Все может быть. Я забываю. Но мне все равно так приятно посмотреть. Спасибо, Юля. Вот еще мой один попугайчик.
Ну что ж, и на сегодня я на этом заканчиваю. Ну ведь интересно же получилось, правда? Господи, и бурундуки, и медведи, и моряки, и попугаи. Девочки, присылайте, мои хорошие. Ну ведь так интересно. Присылайте, пожалуйста. Будем все с удовольствием, с огромным смотреть. Вот. А всем спасибо огромное за внимание. Помогайте, девочки. Ставьте лайки. Ну, кому понравилось, конечно. Пишите комментарии. Посмотрим, как... Ну, маловато смотрят эти видео, но посмотрим, как дело пойдет. Мне, например, очень интересно. И спасибо вам огромное. Пока-пока. Буду ждать еще видео. Вам, если кажется, что я не выкладываю видео, я просто жду, когда, ну, побольше наберется. Все, спасибо, мои дорогие. Always alone when the tide is low.